Освобожденные из плена украинцы получат по 100 тысяч гривен. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий. Согласно постановлению Кабмина, бывшие пленные должны обратиться в течение 6 месяцев со дня освобождения в администрацию по месту прописки или фактического проживания. Это госадминистрация в Киеве и исполнительные органы местных советов. Из документов нужен только паспорт и идентификационный код.